Всем привет! Всем здравствуйте! Добро пожаловать в Фазмофобию! Ваши любимые, это Алекс, это Даша. И, собственно, я. Это Олег. Это Олег. И рассказывайте, стоп, что мы сегодня с вами делаем? Все мы Олеги в какой-то степени, правильно? Да. Алекс, ты такой позитивный, ты такой веселый сегодня. Так ты скажи, куда ты нас затянула? А ну-ка. Ну, вы попросили веселье, вот вам веселье, X15 или сколько X15, там? X15 — это моя любимая сложность, я обожаю ее. Я просто рожден для X15. Мне даже, я бы себе даже татуировку набил, знаешь, на шее X15. Мне кажется, это классно. А можно не только на шее. Не только на шее. Нельзя бегать, я знаю, мы улитки. А, наденьте на головочку. На головку, да, на твою. Сейчас вспомню, как Грег. Я фонарик натяну. Сейчас зайдем, нажмите, нормально. Пожалуйста, зажмите Т. Наденьте на головочку. Даш, так не работает же. Не, я... Работает. Подойди, не, возьми. Я боюсь, что это у меня когда-то налагало. Ё-моё, ну ни хрена себе, да это шо, Splinter Cell, чи шо? Непонятно. Я потратила все деньги на прокачку. Давай, Олег, давай. Чтоб если купить... Если он залагает сейчас, то... Там водокачку. Поехали, опустил. Давай. Нихуя! Давай, пойдем. Да, я вас прошу, возьмите кто-то из вас вонючку, потому что у нас прямо сейчас будет атака. Вы же помните. Хорошо. Мы сейчас я возьму, давай. О, давай. Все, я взял, у меня МФ и вонючка. Пойдем. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты потратила все бабки и поставила X15, у тебя 4 бакса, и мы сейчас будем идти как черепахи? Реально? Олеженька, подними, пожалуйста, учти, ты включил электроприборы. Если у тебя сейчас работает вот эта вот наголовная камера, ты включил электроприборы, и призрак тебя сразу найдет. Какие вы быстрые. Это какой-то анонизм, без рук, понимаешь? Просто. Деньги вообще потратить-то решила? Ну вы же я не тратите, знаю. Фонарики даже это не работают. Это вообще жесть. Так. Я купил фонари на 2000. Сейчас. Ты не тратил ни копейки сейчас. В этой... Как? Так. Я живу с тем, что я потратил все деньги. Я мысленно себя настроил. Я за холодильник. Бля. Ну я уже выключил. Биху. Ну, вообще-то да, кстати. Я вам могу сказать... Я, слушай, я забыл. Мне что-то так сейчас не хочется умирать, вот эту хрень на голове. Я представляю, какие бабки-то, даже зачем? Нет. Ну, блядь, 4 зажигалки взять и все. Мы не убежим, понимаешь, в чем прикол? Ладно, и сидеть. Нет, да, поэтому ты должен с вонючкой идти первым. Так, ребят, иди назад. Воняй! Уже воняю так, что прям сам задыхаюсь. Беги! Уходи, сука! Он ушел мимо меня, он к вам идет! Ахтунг! Най! Я жива! Он за Алексом пришел, мимо меня. Я стою с вонючкой, он проходит сквозь меня и бежит убивать Алекса. Это баншуха, наверное. Ну, похоже на банши, как будто цель. Я пока выберу банши. Подожди, а ты успел обвонять? Да, я включил, он не развернулся и не ушел. Он пошел к вам, сквозь меня прошел. Ну, это не факт, что это не значит, что это банши. Думаешь? Так, пошли наверху сядем. Даш, я до верха не дойду. Верно засекла. Я не успею. У нас время же обвоняли, зачем? А, в этом плане, ну пойдем. У нас было время. Пойдем. А, это жопа его. Я думаю, что это там такое? Я думал, это картина, а это жопа Алекса. Представляешь? Давай. Полумесяц называется. Так, подожди сейчас. Где ты? Так, я сюда в ванную пойду. Давай, я бегу за тобой. Я бегу так быстро, что боюсь, что упаду. Меня удивляет, что он... Предметы активировал, слышишь? Где-то что-то пикает. Так, убери на головку. Да, убирай. Быстро убери. Убираю. Так и нет. Так, я засекла время примерно, уже минута прошла. Угу. Он обкуренный, пошел сквозь меня, прям пробил. Я думал, что я умру. Это не знаю. Тихо. Нет, ты же его обкурил, значит, он тебя не убьет. Говорили, что если вы говорите через рацию, то типа призрак не слышит ваши диалоги. Перетрогает. Алекс, последи за призраком, он на втором.
Это не значит, что банши. Ну кто еще может выбрать свою жертву и пройти сквозь, чтобы убить? Никто так не... Он прошел сквозь тебя, потому что ты его обкурил. Ты же становишься бессмертным. Ну, сколько я играю, обычно после обкурки они разворачивались и шли в другую сторону. А тут прям прошел. Ну да. Ну, я так помню, а как сейчас? Пусть Алекс посмотрит. Ну, это не Диоген, кстати. Алекс, это ты? Надеюсь, так, да. Тихо. Нет, еще нету. Долго, да? После обкуры уже полторы минуты точно прошло. Две прошло. Двух, что ли? Сейчас будет три. Я поставлю душнилу ради интереса. Идет. Бежим быстро на кухню, нам надо спуститься и выйти. Понимаю. Выйти не успеем. Бежим. Я бегу, и ты бежишь. Бежим с нами, Алекс. Алекс, ты понял, кто это? Главное бежать. Бег позволяет в дикой природе спасаться от хищников. Бег помогает вам спасти вашу задницу. Дверь закрыта входная. Нет. Быстро сюда. Ну, понятно, где была атака. Блатака. Выключай свет. Выключай голову. Да я выключил. Я возле Алекса. Видно. Ух ты, его рука вытянута вверх. Блатака. Он что, подошел к нам и остановился или что? Ты слышала эту жесть? Просто повезло, да. Это да. Пипец. Это вообще Алекс, жесть. Выходим. Бежим. Так, это хорошо. Надеюсь, Алекс сейчас скажет, прямо возле двери кухни, я думал, сейчас убьет. Это было жестко. Да, нам чисто повезло. Даш, так, не беги хорошо. Так быстро, я не успеваю за тобой. Можешь чуть-чуть помедленнее бежать? Будем. Что это за плаки? Алекс, ты понял, кто это? Не понимаю, что делает книжка, ну ладно. Хорошо, книжка знаешь, говорит нет, даже я понимаю, видишь? А хорошо, это не фантом, да? Ну, то есть он не моргает. Нет, хорошо, сейчас давайте буду вычеркивать. А, может быть, его видно постоянно? Нет? Значит, это и не они. Скорость, ты две атаки видел? Скорость все время постоянная? Так, значит, это... Смотрите, ну это не дух, это не демон, потому что по обкуру это не тот и не тот. Это не Мюллинг, потому что его хорошо слышно. Это не Ревенант, не Диоген. Это не Фантик, не Они и не Твины. Что? Ага, наверх. Сейчас, ага. В какой он комнате? Наверху. В крайней вот этой вот спальне, да, получается? Да. Так, хорошо. Ну, то есть не очень хорошо. Морой. Это банши. Это слушай, идеальная баншуха. Банши? Угу. Знаю. А у нас датчики будут работать, если мы поставим? А толку, да? Мы не успеем спрятаться. Стоп, а подожди, а если мы выпьем... Я не помню, дают сейчас... Это же наша кастомная сложность. Давай выпьем. Две штуки. Может, оно нам что-то даст? Но это колет, это не пьют. Извини. Прости, Коля. И что ты хочешь? Так, ну, смотри, какой смысл то, что мы сейчас кольнули? Я хочу, ну, я надеюсь, что мы хоть немножко рассудок себе подняли. Значит, я возьму соль. Ладно, возьму датчики. Возьми какие-нибудь, да, сейчас я хочу еще в этот, а фонарь я не могу. А, у меня крест есть, кстати. Значит, подожди, давай подумаем. А какие ты датчики взял? Хорошие, китайские. А, движение, хорошо. Китайские, с Алика.
Слушай, а может взять камеру? Что такое? Что? Алекс нам показывает. Камеры? Он хочет, чтобы мы посмотрели камеру? Мышку, нажали. Мышка. Игровая мышка, смотри. Переключай. Камеры ты хочешь? А тут некуда переключать, мы же камеру не ставили. Ты хочешь, чтобы мы камеры поставили? Нет? Нет, я ничего не понимаю. А, огонек, может, или что-то? Улик же нет, наверное. Огонек? Так, подожди, раз, два, три. Так, подожди, Даша, давай логически. Алекс показал на мышку. Мышка отвечает за камеры. Камеры ставить не надо. Логика закончилась. Все, блядь, логики больше нет. Идем дальше. Короче, Алекс, ты хочешь, чтобы мы камеры поставили? Наверное, да. Хорошо, допустим, я поняла, блин, что-то. Блин, это хорошо, слушай, ладно. Давай я, ладно, возьму камеру. Правда, у меня уже руки закончились. Блин, ну надо бы... Слушай, а что у нас нету? Блин, а нет реальной игры, где надо в VR жестами показывать, типа этого крокодила? Я посмотрел. Ладно. Пойду, короче, датчики идем поставим, а то умрем. Слушай, а ты не можешь... Стой, вместо датчика, зачем нам этот датчик? Возьми лучше реально камеру, вдруг мы огонек увидим. Может, мимик свалим просто. Я что-то сомневаюсь, что там улики есть. Мне надо каким-то образом его сейчас обкурить. Обкури. Ты меня обкури. Синий пара. У меня камера называется Синий пара. Сэнджоу. О, работает, слушай. Жалко, хорошо. Алекс не может отнести. Не, ну он хорошо показал на мышку, да? Мы, главное, с тобой дедуктивно все разобрали и ни разу не затупили. То есть мы все поняли с первого раза. Так, блин, ни хрена не вижу. Я не знаю, как я его сейчас буду обкуривать. Вот, я вижу все. Так, Олеж, иди, пожалуйста, за холодос. Сразу. Бегом. Дверь закрылась, блядь, по-моему, сразу, как я зашел. А, нет, нормально. Иду. Расскажи мне, как камеру выключить, я забыл. Зажимай. Камеру никак не держи, просто в руках. Понял. Дверь так. Закрылась. Угу. Идем. А как же я ж взяла? Я же брала... Итак, мы потерпели фиаско. Голова, наш мозг операции мертв. Придется уезжать в одиночку. Поставим банши и будем сваливать. Давай бегом. Все, я остался один. Не забудьте поставить лайк на этот выпуск. Надеюсь, что новая команда, которую я наберу, будет жить дольше. Или я попробую воскресить старую. Все зависит от вас. Переходите в мой телеграм-канал, ссылка в описании, и голосуйте за воскрешение команды. Едем дальше. Сейчас мы кого-нибудь выберем. Эта камера стоит очень дорого, и я не могу просто уехать и бросить ее. Отлично. Чудесно. Я поставлю банши и просто свалю нахрен. Понятное дело, что это не банши. Это просто какой-то наебанши, если быть более точным. Но в одиночку нельзя бегать, и я не хочу играть дальше один. Я боюсь. Банши! Да, деточка, это была баншушка! Баншуха! Я поставила банши! А я не успел даже чуть сообразить. Это так резко убежал любитель камер. Раз и все, да. Слушай, это говорили. Дичь полная. Чего? Это дичь полная, да. Потому что я пыталась зажечь, а у меня не зажигалось это драное благовоние. Вообще не зажигалось. Да, видите, я вам правильно сказал. Эта тварюка пробежала сквозь меня и убила сразу Алекса. Видишь, баншуха. Ну да, убили меня, обидно. Действительно, мы с Дашей вместе вроде за холодильник стали. Я тоже слился со стеной, все выключил. Раз меня убивают, обидненько немножко. Но в итоге ты слился с банши. Все, так что это да. Класс, это, кстати, с камерой. Догадался ты как, мышка там, камеру надо поставить. Я, блин, просто подумал, что раньше такая фигня была, когда умираешь с камерой на голове, можно смотреть с моих глаз, как я хожу. Я из-за этого показал. Олег такой, как догадался, камеру взял. Ну, в принципе, ну, тоже неплохо. Ну, голова? Голова? Да. Ну, хоть кто-то... Даш, ты даже что-то заработал, наверное, угадал. Я не успел ничего поставить. Да 200 долларов я всего лишь. Джаз-холл. Ребят, приглашаю вас на эту уютную вечеринку в джаз-холл. Сегодня у нас дело номер 1226. 1300. Сегодня будет вечер сексуальной поэзии. Что брать? Нихуя. Так я возьму крест. Не работает. Бичевские предметы. Я камеру возьму, как хотите. Алекс, возьми, я буду снимать твою смерть и жизнь Даши. Да?
Жизнь и смерть. Слушайте, значит, смотрите, мы с вами приехали в Volkswagen. Знаете, где надо прятаться? Где? Да, везде, Даш. Нет. Дашка, мне надо выйти на улицу, у меня камера не работает в машине. Гарантия, видишь, я как выйду за пределы, сразу гарантия начнет действовать. Все, я пошел. Итак, добро пожаловать, это Фазмофобия, мы ищем призраков, это... дядя Саша, это дядя Даша, тетя Даша, так, мы идем. Да, да. Все, пойдем. Так, ты на меня посмотри. Спасибо, смотрю, да, смотрю, на тебя смотрю. Так, не, так, о, так, не так. Я ты в мою смерть. О, я смотрю в твою, смерть. Твой объектив, смотри, я а ты в мой. Я вам делаю свет. Смотрим в объективы друг друга и радуемся. Смотрим. А, вы в курсе, что надо прятаться за сервантом? За сервантом. За бабушкиным или за хрустальным чехословацким? Как получится. Уточни, пожалуйста. Какой тебе больше нравится? Хрустальный сервант. Хрустальный сервант. Я текать. Атака уже начала. Камера на спрятан. Атака. Как неожиданно. А я поджег. А я поджег со страху. Снимай Дашу. И ты поджег. Я поджег. И ты поджег. Камеру. Даша, говори что-нибудь, Даша. Даша, говори. Все хорошо. Ноги шевелятся, все хорошо. Даша, не говори, блин. Чем это. Подожди, сотрудничество лучше видно. Нет, ладно, я... Нет? Так, слушай, а ты сжег благовошку? Нет, я не сжег благовошку. Нет? А я сжег. Просто, ну, видать, призрак понял, у Даши 4 доллара осталось. Увы и ах. Так, голова застряла в серванте чехословацком. Придется нам вдвоем, Алекс. Ну что, смотри, один мозг хорошо, правильно? Сусановый центр, а не в серванте. Да. А если открыть? Да, открой! Сервиз, голова открой. Даши! Знаешь, гости придут! Открой сервиз! А потрогай, голова там нормально лежит? Открывается? Пыль протри, да? Сервиз. Все нормально. Так, все, поржали, хватит. Подожди, мы серьезно играем, правильно? Что, клоуны какие-то? Следующего юбилея. Давай нормально. Садись. Мне хочется благовошкой вернуться, если честно. Давай, ну там дверь закрыта, надо проверить, вдруг открыта. Че я снимаю? Это же улики вообще все. Это все улики? Так, смотри, я выхожу. Я выхожу. А ты выходишь? Алекс, ты выходишь? Блядь, ты меня пугаешь. Я знаю, ты пугаешь. Я могу. Смотри, значит, берем благовоние и серьезно. Вот давай реально вот без юмора, без хихонек и хахонек. На полном серьезе. Два нормальных этих еще. Опять же, надо... Опять же, да, у нас же дух Даши. Мы пока дойдем до машины, мы сможем обсудить с тобой тактику. Она посмотрит. Да, да. Сейчас Даша нам кружечкой потом все покажет. Все покажет, такой все покажет. Смотри, он бежал, он сразу прибежал, короче, и убил Дашу. Но это вряд ли банши, ну, можно подумать на всех. Так, бери, что хочешь, живи, как хочешь. Так, а что я взял? Я взял свечку. Так, пусть Даша нам покажет, что взять, чтобы она взяла. Вот что, если бы ты был Дашей, что бы ты взял? Улик же нету, по-моему, у нас. Вот, правильно, поэтому берем наголовник. Это хорошо. Так, давай посмотрим. Может быть, и мне взять зажигалочку? Обязательно. Благовошка, зажигалка вообще. Итак, хорошо. Какие у тебя мысли? Давай так. Так как я с камерой... О, Даша чайник несет. Чайник. Чай, кофе, капучино. Даша, нам идти внутрь? Да. Да, ну естественно. Что, чай? Логично. Ты там накрыла стол? Чаепитие какое-то? Шляпник, заяц, все будут. Шляпник. Еще два трупа. Не, нормально, нормально, я захожу, это... снимаю. Ты, главное, мне, Алекс, скажи. И а всю правду же доложи. На кого из призраков думаешь ты? Банши. Я не знаю, что кто-то посмотрит. На кого? Так, отлично, смотри, мы, по крайней мере, зашли, пришли. Нормально. Главное, выключай предметы, если у тебя работают. У меня свечка работает. Нормально? Нормально. Давай послушаем. Давай переживем атаку. Пусть Даша послушает, кто там, что там. Мы у нее спросим и сделаем вид, что мы все знаем. Надеюсь, Даша не слышала этого. Все. А чего атаки-то нет? А вот это подозрительно, кстати, да? Он убил Дашу, потому что Даша была его жертвой. Быстро, быстро. Быстро, быстро, да. Зашел как демонюга, да? Он действовал реально как демон, да, обдристанный. Давай хотя бы чуть-чуть посмотрим. Учти, он очень быстро идет. Джаз. Атака, атака! Беги! Бля! Алекс, Алекс, Алекс! Алекс, подписывайся на канал, ставь лайки! Ай, твою мать! Ай, не успел! А так красиво все начиналось.
Молодцы. Вы, конечно, никогда меня не слушаете, поэтому я не буду комментировать. Мы тебя слушаем, мы же стояли, ждали атаку. Ты ватный, выйди, пожалуйста. Блин, вы ватный, я не ватный. Мы стояли, атаку ждали. Зачем вы вышли в первый раз, если вы обкурили ее и должны были засечь время, посмотреть, когда будет атака? Я за Алексом пошел. Я сейчас засекла, Алексу нельзя выходить. Алексу нельзя. Понял, я перекрыл ему проход, он не выйдет уже. Прошло где-то... Короче, у меня было подозрение, что это Они, потому что ее почти все время было видно. Угу. Маленькая засранка Джаз, она выползла от ванной комнаты. Угу. Не. Но она быстрая, так? Реально. Угу, слушай. Топ, так это ни хрена, это демон! Я же говорил, демонюга! Я же ему говорил про демона. Что-то искрит. А что искрит? Слышишь? Так, я сейчас выйду. А, понял. Подожди. Так есть атака или нет? Может, это ивент? Загостила? Тогда не демон. Короче, уже полторы минуты прошло. Ну, мы зашли, и сразу была атака. Это вот нормально. Ванной, да? Угу. Ну да, у нас нулячий рассудок. При нуле не всегда. А когда вы второй раз зашли, и не было атаки, потому что вы ее обкурили, и время прошло. Понятно. Крыш, вы меня не слушаете. Ну как мы тебя могли послушать, если ты чайником только об землю долбила? Олег. О. На серии записали уже. Ну, забыли. Да, он, к сожалению, ушел. Ой, почему вы выше? Ну все. Ну, я не знаю, я тогда не знаю, как определить. Он вышел, мы теперь я по обкуру определить не могу. Почему? О, чайничек, Даш, привет. Есть какие-то идеи хотя бы? Нет. Ну, сделай ему нет. А, помаши ему. Я не могу между. Подожди, мне идти еще раз? Да. Ну, понятно, что. Хорошо, ну ладно, иду. Мне показалось, что ее видно почти все время. Давай, да, хотя бы одну атаку еще посмотрим. Смотри, она идет из ванной. Я поставлю пока Они, но я не уверен. Видишь, она в ванной теребит. Это не Они, это Синдию. Вот это важно. Нани. Подожди, если есть Они, значит должен быть и Нани. Получается. А Татати? Куда он пошел? Стай. Куда он пошел? Хулиганы, блядь! Слушай, ну... Мне напомнил Волка, блядь, из мультика. Слушай, 3 минуты-то прошло. Да. Я не помню, сбивается, если вот вы вышли. Если вы вышли на улицу, оно сбивается или нет. А может нет? Если нет, тогда это. Безопасное место. Какое безопасное? Это призрака! Безопасное место. Самое безопасное место! Охуенное место! Я поставила спирита! Я поставила спирита, духа. Духа, я тоже духа поставлю. Хорошее безопасное. Место хорош! Молодец, хорош! Аду! Аду! Аду в аду! Аду в аду! Демон! Я же говорил! Сейчас я чувствую себя Дашей! Как я умею находить в самые безопасные места, сука! Блять, закрылся! Потому что я вам всегда прошу меня послушать хоть иногда. Когда? Ты же умерла! Из серванта тебя не слышно было! Смотрите, мы записали 300 серий по фазмофобии. Когда вы обкуриваете призрака, когда меня убило, пожалуйста, дождитесь следующей атаки, потому что обкур, я бы как призрак просчитала время. А вы выходили, один раз вышли, второй, вы, получается, сбивали. Потому что я поставила душнилу. Да вы что? А я говорил, что это демон. Напротив ваших имен. Если бы вы сидели, мы бы засекли, потому что демон, у него разница между обкуром. Ну, короче, вы его обкурили, проходит 1.5 минуты, и снова атака. У него очень короткий кулдаун. Ну, ты головешки. Ну, зато Алекс нашел безопасное место в доме. Я, в принципе, другого не ожидал даже. А ты красиво умерла в серванте в чехословацком. И это тоже, кстати, было интересно. Патрисия Кемпер, это хорошо, конечно. Эба-даба-даба, верни на место. Подожди, ладно, с чем мне ходить? Что ты предлагаешь? Чтобы я смотрел в темноту? Чтобы я боялся призраков разных, да? Да. Ну, с тобой так, а мы, между прочим, так, там на Соне. Мне в тех катках ничего не помогало. Я не знаю, что брать. Крест Божий взять, что ли? Ради всего святого. Крест надо положить, чтобы она к нам не ТП. Вот. Я же говорю, крест наш Божий поможет нам. Все, пойдем. Так, я беру раз. А может, я еще что-то могу взять? Ну, погнали. На-на-на. Так, погоди, освети его дорогу нашего идущего вперед, и все будет у него хорошо. Пойдем. Не успешно таким шагом. Подняться наверх? Нет. Тот, кто не успел подняться наверх, тот будет всегда внизу. Да, вот так и следующий. До демонических приключений. Да.
На стул демонический жопу свою ты посадишь. Это такая звучит, как угроза. Уже? Пиздос. Поджог? Поджог? Мне похер. Сюда. Да пизды, сука! Убила? Засекла. Так, откуда она, Алекс, откуда она прибежала? Да, спасибо. А, фонарик, это... А теперь, слушай, нам надо где-то спрятаться. Только зашел. Она, по-моему, от спален бежала, пошли на кухню. Идем. Мне жалко Алекса. В леталке примерно та же ситуация. Были случаи, когда даже до входа не добегали, умирали. Ну, мне тоже такое было. Так, пойдем спрячемся вот тут. Тут пар. Нифига. В этой комнате пар почему-то, кстати. Значит, она на кухне. Блин, я не уверена, что она на кухне. Я там ходил, там пара не было. Может, это Алекс надышал? Блин, а где ж прятаться, я не знаю. Ну, тут какие-то коробки. Давай тут где-нибудь сядем. Давай, давай, давай. А у тебя есть вонючка? Нет, Дашка, вонючки у меня нет. У меня есть только крест Божий и палочка небожия. Да, она на кухне. Вот, видишь, Алекс, и там пар. И там есть, значит, пара, скорее всего, там и улика есть, наверное. Нет, у нас здесь улик, нет? Это же X15. Вообще никаких, даже намеков нет? Нету, да. Заходи. Закрой. Им тут. Так, давай я крест кину. Давай. Мало ли. Иди. Надо послушать. Угу. Ой. Ты открыл? Это ты открыл? Нет. Серьезно? Да я случайно. У меня просто палец нарисован. Я думал, это тебя потрогать, а это дверь, оказывается. Так. Да ё-моё! Что ж такое-то? Что так? Извини. Давай еще одну пересидим. Угу. Это не демон, и это не дух. Понял. Надо бы там крест, конечно, бросить. Но сейчас, короче, после этой атаки я пойду... У меня тоже крест есть. Угу. Я пойду положу и выйдем. Атаки еще нет. Стой, нет. Стой, не выходи, подожди. Надо еще одну посидеть. У меня подозрение было на демона все-таки. Сейчас я просто засекаю между кулда, он должен быть очень маленький. 10 прошло. Это не демон. Стой, сейчас эту атаку пересидим. Только не сломай выключатель. Не мой выключатель, не жалко. Ну я с таким же успехом и бумагу туалетную тут натырил немножко. Я так и поняла. Я уже одну взял с собой. Его не слышно, я вообще так. Его не слышу. Нет, я слышала, ты не Мюллинг. Он здесь не бегал, я не знаю, ты, может, на максимум выкручиваешь? Он наверх шел. Так,
Надо успеть как-то идти. Ой, ивент. Дура, вот тупая, он. Вижу. Ивентит. Чёрт. Так, крест положила. Втекаем. Давай. Не знаю, достану что-то или нет. Не уверена, что мы выйдем. Что ты там набрал, Алекс? Идем, идем, быстро. Иду, 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 иду. Быстрее не могу. Фу. Бутылку взял. Обохмелиться. Так. Блин, надо было посолить, я что-то совсем. Параляк надо выкачивать. Надо. Я думала, что это демон, что кулдаун мне показалось сначала маленький. Я бы взял яйцо, выкатал 10, бы весь параляк. 15-20 секунд, нет. Есть идеи? Да, выпить надо. Есть, хорошо. Она на кухне, правильно? Угу. Там же минусовый. Ты мне скажи, это как первый столбик? Выбросил. Второй. Третий. Пантик. Джин. Они, типа, все время видно. Тае. Двины. Мимик? 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 Разные атаки были у него? Нет, подожди, подожди. Тае? Ничего не понимаю, подожди. Давай сверху. Фантом. Джин. Тень. Они. Горё. Двины. Почему? Разная скорость была? А может быть, это мимик, который с разными призраками прикидывается? Ну, слушай, да. Наверное, пойдем. То есть, нам еще. Хочешь еще раз проверить? Ну-ка, нет, смотри, Алекс, я пока поставлю твинов. Мы сейчас с Олегом заходим, попытаемся его, ну, короче, обвоняем. Ты тогда пойди посмотри, что. Я просто его плохо. Ну как, я слышала его. Зажигалки, давай прятаться где-нибудь поближе. Я его не слышу, например. Все а слышу в игре, кроме него. Понимаешь, там негде прятаться. Возле кухни. А там, помнишь, это, под лестницей нельзя? Нету уже этого закопелка? Не факт. Скорее всего, нет, потому что у нас тут нет закопелка в принципе. Так, я возьму две вонючки. А, или я... Соль я брать хорошо. Не буду. Хорошо. А демонический раз. Предмет есть, чтобы Алекса оживить? Нет, по-моему, нет. Нет, нет. Это же самая большая сложность. Смотри, пошли его обкуривать. Пойдем. А, у меня бумага. Блин. А, так вот с чем ты ходишь. Смотри. Я его попытаюсь обкурить. Шути, беде. Я не знаю, нам нельзя двоим сейчас помирать. Нельзя. Стой, не заходи. Подойди ко мне. Давай я его обкурю, а ты попытайся пройти вот там, где... Ты помнишь, где мы сидели сейчас? За кухней, туда вот, где этот щиток, туда бежать? Нет, туда мы не пойдем. Мы через кухню сейчас вообще не пойдем. А, прямо и направо ты имеешь в виду? Да, а я попытаюсь обкурить. Угу. Я не знаю. Попробуем. Я ни хрена просто не вижу. Ну, что ж поделать. Придется привыкать. Пока. Так, я на месте. Угу. А, ты рядом где-то? Я тут стою. Я же не вижу ничего. Да. Веселуха. Если я сейчас его не обкурю, это будет жопа. Хорошо. Писается. Я просто пытаюсь развлечь себя чем-то. Блин, у меня пар здесь. Какой смысл закрыться мне в этой комнате? Я сижу просто в комнате закрытой, как школьник, который за двойку наказали. Так я и не слышал в те атаки его отсюда. Как я могу здесь услышать? Джен тушит мне свечи. Я то же самое делал.
Алекс, следи за... Она побежала, потом замедлилась. Может, это джин? Она побежала и замедлилась, когда перед атакой Даши. Так. Пойду-ка я куда подальше. Я слышал, как она бежала. Потом замедлилась. Иду, иду, выхожу, выхожу. А, не надо? Ни хрена себе ты кричишь, я тебя слышу даже в соседнюю комнату. И что ты хочешь, чтобы я делал? Я куда-то иду. Иду, иду. А, за капеллочек тут. Сижу. Все, можно выходить. Слава богу. Что это бред какой-то. Все, я пошел. Откройся. Да. Давно так не угорал. Не веселился. Сейчас дойти бы до машины. Ну, господа сыщики, фантазмагора-искатели, это близнецы? Да? Супер, поехали. Раз близнецы, значит близнецы. Близнецы. Ай, господи, слава богу, блин. Олеж, это было просто... Почему тебя попросили посидеть? Может... Потому что она тпшилась, она из разных комнат начинала. Мы уже всех призраков успели перебрать. Мы думали, что это банша, просто... которая ко мне за спину тпшилась. Но она... Из пяти атак убила. Получилось, что... Олег, из пяти атак она одну атаку очень-очень медленно ходила. Остальные все носились. Я думал, что когда посидишь, главное, посмотри, может опять перепад. А было похоже на джина, кстати. Она до этого как угорела, а потом... Ну, но она бегала. Потом перед убийством тебя она замедлилась. Ну, типа, убила тебя. Она потому что благовоние успела поджечь. А, понял тебя. И причем вышла теперь со спальни, со спины. Кстати, ты прятался в кладовке. Да, она со спины. Она со спальни вышла и со спины Дашу убила. Она только подожгла ее сразу. Да. Так, я возьму вонючку. Ну, не знаю я, что брать. Соль возьму, блин. Не пойду. Я беру свечку, ловушку, зажигалку. Все, что? А смысл? Что? Что такое ловушку? Наголовник возьми. А он не работает? Нет, бессмысленно. Нет, а он-то не работает. У тебя не работает, потому что твой только за фонарь отвечает. Так, мой, смотрите, мой кто? Нам за сервант. Мой кто? Тихо, тихо, тихо. За сервант налево. Твой уровень. А. Мне надо докачаться до моего. За сервант. То есть дали животы нельзя втянули? Пользовать предметы другого левела? Нет, можно. Твой левел не позволяет вот эту зеленку, ну, типа, как с эффектом аутласта.
Так, мы же до этого использовали, у меня в начале катки были сильные. Кого убили? А, Дашу, мать твою! В этот раз не меня, не меня! Я так вжался в этот, блядь, стену, в этот, и молился, если честно, потому что... Ну, Даша в этот раз выступала, да, дальше всех, видимо, зацепил. Что-то побежала быстро, потом вроде замедлилась. Это не Диоген у нас, нет? Диоген бы очень замедлился, вряд ли это Диоген. А мне показалось, что когда подбежала, как-то медленнее шаги пошли, тук-тук-тук, а потом... Надо проверять, ну, ладно, либо твоей жизнью, либо моей. Ну, лучше моей. Ну, что это сразу жизнью-то? Нет, слышишь, мы сейчас ее подпустим. Не выходи, не выходи, мы обкурили же. Не выходи. А, там не засчитать надо. Хотя, в принципе, да. Слушай, а где тут? Блин, вообще ж ни хера не видно. Надо послушать атаку. Еще одну. Возьми палочку. Кстати, палочка хоть светит немножко. Вон, Даша, палка есть. Кстати, какой-то свет дает. Бля, подожди, мне надо зажигалку не про... Соль тут у нее нифига. А, уже рассыпано? А нет. Откуда оно прибежало вообще? Да кто ж, мне показалось со второго этажа, кстати. Надо найти его комнату. Ну, в идеале. Да? Я бы там крест бы кинул. Чуть времени бы выиграли. На втором, наверное, прятаться негде. Зря мы идем на второй, да? Блин, слушай. Мы пока дойдем, оно убьет нас. Оно бегает, как умалишенное. Господи, хоть бы Диоген. Хотя, конечно, и Диогена сейчас хватит. А чего Диоген? Где ты бегать от него собрался? Мы ходить ходим еле-еле. Ну как да, ты? Я же говорю, с нашей скоростью, а он-то тут даже Диоген нас догонит. Так, все, атака, по-моему. А? По-моему, дверь закрылась. Или наоборот, где-то... Очкошники. Не, ну сейчас нам просто атаку ждем, Даша посмотрит. Все. Я все. Пиздос. Я понял. Блин, ты голожопый. Черт. Так. Ну. Здрасте. Здрасте. Ты что? Ты ватный немножко выйди, пожалуйста. Я понял. Я думала, он наверху. Быстро. Я стояла наверху, я его не видела. Так мы и думали наверх идти, но не дошли бы. Я хер его знает. Он не наверху. Да, я иду опять. Вы успели его обкурить сейчас? Я его обкурил в той катке, когда тебя убили, поэтому мы не вышли. Сейчас не обкуривали, да? Нет, сейчас нет. Так, вон он. А, он с кладовки кухонной. Ебать, он носится. Как угорелый. Же Диоген? Алекс говорил про Диогена. Что он типа замедлился, когда к нему подходил. Но Диоген его найдет. Давай проверим тогда. Он к Алексу должен идти стопудово. Где Алекс вообще? А где он? Я не знаю. Так, давай смотреть. Вот он идет. Так, вверх. пойдем. Вот он наверх. Нет. Что он как... Куда сюда топчется? Дурак, что ли? А может, Алекс где-то как вышел? Это Алекс? Наверное, Алекс ТП-шнулся куда-нибудь. Нет, это не так. Диоген. Это не так, Диоген. Он даже не пытался. Да? Это не Фантик. Это не Они. Фантики. Это не Полтер. Это не Демон. Это ой, не... Полтер. Это не Мюлинг, да? Мы его слышали. Так. Не Диоген. Но он быстрый. Хорошо, он быстрый при низком рассудке, да? Но они все быстрые. Не Тае? А он чрезвычайно быстрый. О, кружечка. Так, есть идеи? Это может быть и Морой. Нет, ну, пока идеи. Вот это расстраивает. Мне идти дальше? Я его первый раз увидел. Да, конечно. Ну, черт. Ладно. Возьми, пусть благовошку возьмет. Как-нибудь. Алекс, ну да. Слушай, так, ну ладно. Давай сюда. Значит, он за капелки. Он появляется да, тут. Он вещи не раскиданы, пофиг, да? Давай, слушай, что-то ему тут накидаем на кухне. За холодосом тоже не спрятаться, да, получается? Можно накидать, они конечно. Зря сюда приходят. А он же не знает. Мы же думаем, что на втором этаже. Нет, ему вообще бы спрятаться, чтобы мы поискали. Смотрим, он будет вообще взаимодействовать. Потому что обычно вот эта прачка, это часть, ну, считается часть кухни. Я слышала только один раз, что он дверь трогал. Все. Вообще нетрогательно. Ему надо дать предметов.
Так, ну давай попробуем. Понимаешь, это может как быстро бегающий, это может и ханту быть. У нас же света нет. Типа холодно, и он гоняет себе. Так. Иди сюда. Он его не обкуривал, понимаешь? А, точно, а может он брал? Джерри. Джерри Гей он, по-моему. Сука, сука, ты ебаная, блядь! Вежливо. Короче, я попробую кого? Я попробую, слушай, я ханту какого-нибудь попробую. Я не... А может Тае? Давай Тае. Попробую Таеху. Хотя давай. Ой, я не уверена. Или Моро это, или Тае. Выбирай Моро, я выберу Таешку. Либо Моро, либо Тае. А, ханту. Хантушка. Ханту вообще какая-то сраная. Как он опять на моем месте? Ну прям. Нет, он в другом был. Он был на кухне в кладовке. Почему он тебя там убил? Да. Он был... Нет, смотри. Не знаю, все быстро. Ну, это зона, типа. Ага. Он появился в начале кухни, поэтому он тебя убил. Это не кладовочный. Он мог и в ванной появиться. То есть он все-таки замедлился, когда тебя убивал, Даш? Нет, да? Ханту не замедляю. Ханту. Замедляется а Джин. А я с кем-то путаю? А, с Джином. Его с Джином фу, путаешь. Блин. Ханту, тогда хрен его там знает. Было холодно, и он гонял. У меня да? было предположение, что это Ханту. Что, я думаю, надо сделать перерывчик, наверное. Мне не было. Призраки да. ужасно душные. Всем спасибо поэтому, за просмотр. Друзья, сегодня была самая ладно, большая да, сложность. Сложность, конечно, да. Всего вам да, хорошего. Все, пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.